Минус АПГ здесь всегда опасно. И все, один на один. Грей, негатив. Грей, да, сейчас берет все-таки раунд. Здесь хп оставалось у негатива. 1-0 за майндами. Вот вам начало второй карты. Напоминаю, 1-0 счет в серии в пользу ребят из команды Майнд. Но счет в серии в пользу Рокс, а 1-0 сейчас за майндами, да. Смотрим, Рос забирает негатива, как-то агрессивно начали на метро. Смотрите, что происходит. Минус от АПГ, хорошо играют майнды на метро. Минус от Грея. Минимоби и Хсид вдвоем против четверых. Как начали майнд. Да, фанаты Мелиссы сейчас расстроены. Хотели первую карту метро, наверное. Хотя какая разница? Оп, мини-мобик сид, подождите, 2 в 2, ой-ой-ой. Вот это, конечно, очень опасно, такие ситуации отдавать. Роз! Один против двоих. Ну что, посмотрим. Ну, 1-2. Это не так сложно, как было у негатива, допустим, в предыдущем раунде. Бей посуду, я плачу на счастье. Не, я не плачу. А что разбили? Тогда не плачу. Ну, времени у Роза достаточно, чтобы что-то придумать. Посмотрим, что он сейчас затевает. Ну, мы видим, конечно. Вот Роксы пока еще не знают об этом. Ну, может быть, может быть. Контакт в трубе, да, Мерсадс Ксита 1-1. 1-1 на метро. Вообще самая бешеная, самая безумная, по-моему, самая сложная карта в поинт-бланке. По-моему, по мне, в этом и точно метро. Здесь есть и камеры, в которые могут смотреть игроки защиты. Здесь есть вентиляции, поезда, которые ездят и сбивают. Но, правда, по таймингу. Плент, который тоже уезжает при установке бомбы. Один из плентов. И довольно длинные расстояния, конечно же, удобные для снайперов. Но и много близкого контакта. Вот размен. Равный пока, два фрага ТПГ, майнд, еще один минус сделали, вдвоем негатив и мини-моби остаются. Ну вот тут уже борьбы побольше, чем на ДЦ, здесь чувствуется, что здесь майнды хороши, по крайней мере в атаке. Негатив, минус. АПГ. АПГ 1. Вот видите, как разруливает ситуацию Рокс. Ну, многие, допустим, контрстрайщики, они, конечно, наверное, не понимают до конца, что как так, 4 в 2, там, отдать раунд, там, фу, ну бы. Ну, тут все по-другому. Здесь более быстрые скорости, здесь совершенно другая стрельба. Она, не знаю, очень сложная стрельба в поинт-бланке. И вот за счет этих скоростей, в принципе, можно вот такие ситуации за дикого тайминга можно и брать раунды. И 2 в 4, и 2 в 5. И опять же, здесь никто не сейвит девайса, а идет и пробует брать раунд. Да, легко сейчас негатив закончил этот раунд. Мини-моби диффузит бомбу. 2-1 за Рокскиз в защите. На второй карте финала 9 сезона Intel Challenge. Это суперкубок, прямая трансляция. Ну и, конечно же, кто в арене, тот молодец. Кто не попал в Киев, тот в печали. Вдвойне, наверное. Да, в матче за третье место команда Unstop подберет первую карту у Getagang. А вот Фаршик мне сказал, мы из-за этого вот финала, говорит вашего, слили два раунда Getagang'ом. Ну, из-за того, как закончилась карта. В принципе, причины понятны, почему раунды сливались. Минус от Радагаска, минус от мини-моби. 4 в 3. Проезжают парни. Так, вот Godhunt не успел включить вам позицию. Вот хотел папку показать. Ну, ладно, посмотрим. Ну, вот дает инфо агрессивно сейчас. Точнее, громко нега получил от Грея. Фу, 2 в 2. Вот видите, опять. Качели в раунде.
Хорошо, Минимоби играет вообще всю финальную встречу. Нравится, как он действует. Грей один против двоих. Но опять же, 1-2. С поставленным плентом все может быть. Конечно. Ой! Просто Годхан с первой вырубает. 3-1. Бомба деактивирована. Миссия успешна. Начало миссии. У нас, по-моему, финал гораздо быстрее закончится, чем матч за второе место, потому что там еще может быть заруба. Мидтаун. Будет вторая карта, по-моему. Либо была первая. Какая карта у вас? А, была ВВГ в матче за третье место, сейчас будет Мидтаун. Окей. Минус от Годханта у нас на карте. Забирает АБГ. Годхант перестрелял в этом эпизоде своего визави. Ну, в общем, давайте продолжать смотреть. Смотрим, что капитан придумает. Оп! Ничего не придумает. Получил. И Грей забрал еще икситов вдобавок. Так, поехал поезд. Следующий в 2.05, 2.07 едет. В этом интервале времени минус от Радагаска. 3 в 2. О, Минимоби опять пытается спасти раунд. Минимоби вообще жесткий парень. Жесткий вообще и очень опасный. Роза 1. Сейчас посмотрим, что он придумает. Времени у него вообще. Вагон и маленькая тележка. Минута 52 секунды. Чтобы уничтожить своих врагов, либо поставить бомбу. Ну, посмотрим сейчас. Бомба была установлена. Ну что, плент стоит. А вот тут, да, засел Радагаск, сам дождался, как к нему приедет поезд, и это 4-1. Что-то пока повторяется история у нас с ДЦ, защищаются Роксы очень уверенно, берут четвертый раунд, и уже 4-1. Миссия успешна. АПГМ, минус негатив, с гранаты, Минимоби забрал розу. 4 в 4 ситуация. Минус от Джонни. ПГ порезал Радагаска. Ого, вот сейчас 2 в 4 ситуация. Годхант и Минимоби. Бомба была установлена. Бомба установлена. Забирает Дэн Минимоби, остался Годхант, один... против четверых. Его нашли. Минус от Грея. 4-2. 4-2. Второй раунд за командой Майнд. Начало миссии. Минус от Радагаска, минус от Годханта. Годхант 2 с питона минусу сделал. Да что ж такое, где-то дикий Годхант. Джонни 1. Минус Годхант. И один Джонни. Очень, в принципе, близкий к пятому раунду Роксы в обороне. Ой, да, тут вообще казнили, казнили. Начало миссии. Забыл, как там Рокс аббревиатура расшифровывается. Это мне должны подсказать люди.
спросил у этого парня, вот он точно знает. Что такое Рокс? Напомните мне, я всегда, всю жизнь знал там что-то Russian... Какая-то там organization... Блин, ребята из Роксов, простите, постоянно вот все время знал и сегодня забыл. 3 в 2. Как-то жестко. Очень жесткие Роксы сейчас. Я видел его уже только что. Да, вообще жесткие крики тут были. Минимоби там предлагал прийти к нам. В смысле, команде RockSkiz, Грею. Да, он, в принципе, и пришел к ним. 6-2. Ну, там на камерах было видно, где бегает Грей, как он зашел на склад. Все это было видно по камерам. Давайте досмотрим первый раунд. Последний раунд уже. Меня уже ломает мозг. Вот Хан своими постоянными жесткими фразочками. Да, последний раунд первой половины. Мини-моби делает минус. Выходит майнд. Ну, как-то так. Спуск хорошо. Вот теперь уже полегче. Рос дал минус. Мини-моби опять. Мини-моби вообще бешеные. 12-2 он играет. Зарезал. 13-3. Ответили ему. Плюс здесь. По фрагам 3 в 2. Роза и Дэн остаются вдвоем. Минус от Розы. От Роза. Дикая Роза. Что ж такое? Роз еще одного забрал. Негатива. Радагаска один. Бомба была установлена. Ну, так. Притопил кнопку Радагаск сейчас. Дэна 1 хп. Ой, ну ладно, простите меня, ребята, прости меня, Дэн. Но очень близко был Радагаск. Спаун, как всегда, не вовремя мне звонит. Да ладно! Вообще была жесткая ситуация. Я там еще ляпнул первый раз по хилсам инфу. Ну, то ладно. Там уже был контакт, что не уйти. По одному хп оставалось у игроков майнд. По одному хп. 6-3. Лол, ван хп сейчас икает, наверное. Где-то там далеко. Ну что, Роксам нужно брать 4 в атаке, чтобы выиграть матч. И чемпионат. Настраиваются пока что Рокс. Снова обнялись в стиле Зоника, в стиле МТВ.
Все, поехали. Вторая половина, второй карты. Сейчас 4 раунда нужно команде Рокс в атаке, чтобы выиграть чемпионат и получить очередное первое место в дисциплине Point Blank. Пока как-то отстреливают тут по линиям сейчас Роксов. Вот негатив, смотри, умудрился Роза сейчас да, минуснуть. И 2 в 3, негатив с Радагаском. Ну, непростая ситуация тут. По-любому нужен первый фраг. Нет, его нет. Майнды делают первый фраг. Негатив 1 в 3. Просто рвут со всех сторон негатива сейчас. Щимят, вытягивают патроны из парня, посмотрите. Оп, что происходит? Минус один. Нет, сразу. С трех сторон обступили негативы, взяли первый раунд второй половины Майнд. 6-4. Ну и пока что ничего еще не ясно в этом финале. Сейчас может все перевернуться с ног на голову. И ребята из Майнд могут также выиграть метро и сравнять счет 1-1. ВВГ бы, если что, третья карта. Там даже еще не кидали команды монетку на сторону. Все это будет решаться чуть позже, если понадобится. Негатив минус делает. Вот это вот очень плохо для майндов сейчас. Очень плохо. Каждый открывающий фраг, он неприятен, когда делает его атака. Но вот Грей ответил. Хорошо. Забрал Радагаск. Минус от Ксита, минус от Дэна, 3 в 3. Но еще больше пространства появляется у Роксов. Дэн забирает год Ханта. А АПГ поймал мини-бобби. Ксита негатив. Ну уже. Есть, все-таки поймал там в голову Джонни негатив. Очень долго пытался это сделать, но пока что не получилось. Собрал голову АПГ. Ого, и теперь Дэн один. Дэн один против двоих остается. Ксита и негатив против него. Бомба была установлена. Пошла перестрелка, да, Дэн забирает Ксита. Очень интересно, 1-1, негатив Дэн. Да, очень, очень уверенно играет негатив. Есть 7-й раунд команды Рокскис. И счет 7-4. 3 раунда до чемпионского титула. И первого вообще чемпионского титула по Point Blank в Intel Challenge. Историческая победа. Сейчас кому-то достанется. Ну, конечно, гораздо ближе к ней сейчас Рокскис. АПГ, God Hunt. Ой-ой-ой, мини-моби. Что такое? Радагаст где-то заблудился. Пока что 3 в 3 ситуация. Вот и помог он Кситу сделать этот фраг. Роза и АПГ вдвоем. Ну да, параллельно идет борьба. Параллельно идет борьба за третье место. АПГ минус Радагаск. Ксит минус АПГ. Роз минус Ксит. 1-1. God Hunt против Розы. Бомба была установлена. Ну что ж, понеслась. Дуэлька. Бомба стоит. God Hunt против Розы.
Так, есть контакт. И Рос берет раунд. Спокойно, уверенно отыграл. Дефузит бомбу, 7-5. Бомба деактивирована. Ну не так, не такой большой разрыв между игроками сейчас на два раунда всего лишь впереди Роксе. И как бы майнды защищаются, и можно тут хорошо защищаться. Есть у них АПГ, да и все парни неплохо проводят встречу по фрагам. Давайте глянем. Дэн, 4-2, вот именинник пока что лучший. Негатив 6-2 играет. Он лучший среди Рокс по фрагам пока. АПГ забирает негатива, вот подпортил ему статистику. Годхан забирает Грея. Вот видите, снайперы, оба снайпера хорошо сейчас проводят встречу. Минус от Годханта, минус Дэн, минус от Джонни забирает он Родогаска. И у нас ситуация печальная для команды Майн сейчас. 3 в 2. И Рос с АПГ остаются вдвоем. Минус от АПГ. Ой-ой-ой, извините, минус от АПГ, минус от Ксита. И 1-1, АПГ, Ксит. Бомба была установлена. Ух, как хорошо, АПГ делает фраг. Законтролил то, что Ксит вышел на одну остановку поранше. Анастасия, там лучше не сидеть. Бомба деактивирована. А то парни включат свет, а я включу музыку. Миссия провалена. Легкий троллинг. Начало миссии. Трудно что-то сказать, сложная игра. Ну, именно по тактике мне трудно сказать про метро. Потому что метро это метро, так. Тук-тук-тук. Но я уже, в принципе, уже начинаю понимать, как правильно играть. Минус от Дэна, минус Годхант, минус от АПГ. Посмотрите, тут пытаются парни тащить. Есть минус от Грея, Ксит и Родогаск. Два. Один Городогаск остался. Ой-ой-ой, не успел переключиться. Джонни минус 2, 4-1 во второй половине и 7-7. Сравнивает счет Майнд в этом матче. Видите, все серьезно. Все серьезно. Еще 4 раунда и как бы... Кто его знает, что будет дальше. Не могут пока что в атаке Прокс переломить вообще ход событий. Хорошо, кстати, Майнды немало раундов. Кстати, 3 раунда оказалось пока что не так уж и мало. Посмотрим, что... предложит Рокс в последующих раундах. Родогаск, первый фраг, минус Грей, плюс один для Рокскис. Вот это вот серьезно. Смотрим дальше. Вот теперь еще серьезнее. Минус Джонни, 5 на 3. Рос забирает мини-моби. Минус от Дэна. Ксит забирает Роза, ПГ минус Ксит. И 2 в 2 ситуация. Дэн вообще жесткая плюшка Годханту. И Родогаска один против двоих. Ну, вы видели всю ситуацию, как действовал Родогаск, что он делал.
Бомба была установлена. Ой, хорошо. Хорошо, четко отыграла БГ. Этот раунд выжил. Самое главное, когда его там в углу пытались защемить, он выжил. И потом еще сделал фраг. Ну что, 8-7, Майнд выходит вперед. Кто бы мог подумать, да, что сейчас парни так смогут собраться. 4 раунда осталось, там рок-саунды до чемпионского титула. Но пока, наверное, стоит отложить все это дело. Если сейчас Майнд выигрывает метро, то ну, как бы все с нуля, 1-1. Все решится на ВВГ. И я думаю, Майнды на плюс морали могут хорошо отыграть и третью карту. Но пока про это, да, все, забыли про это. Майнды вообще думать об этом не нужно пока что. Им нужно играть метро, АПГ минус Ксид. Годхант поработал, Грей забирает негатива. 3 в 4 в меньшинстве Рокскиз. И Майнды по-прежнему успешно зачищаются. Вот успешно. Третьего не дано пока что. Пока фрага не пройдет сейчас от атаки. Мини-моби и Рос. По минусу. Дэн. Вот теперь уже хорошо. Трое против одного. И, кстати, мини-моби-то неплохо. Минуснул сейчас Дэна. Бомба стоит. Парням нужно сейчас как-то вот... Ну, они даже знают, где мини-моби. Но убить его будет непросто. Забрал второго. 1-1 остается. Ну, смотрим. Все-таки вытащил. Все-таки вытащил Рос со своими маленькими хелсами. Вообще чудо. Раунд 9. Да, 9. 9-7. Бомба деактивирована. 9-7. Двойной матчпоинт у команды Майнд на карту метро. Миссия провалена. Вот теперь это финал. Начало миссии. Вот теперь это жестко. Не так агрессивно Роксы в этом раунде. Так, АПГ не попадает. Годхант просто жесткий хедшот. Ну, с глаз АПГ казалось, что в воздухе еще Годхант был и поставил этот хед. Негатив забирает Розы. Ну, пока победы... Нет, пока победы не будет. Вот пока такое происходит. Джонни забирает мини-моби. Негатив еще один минус. 4 в 2. Преимущество Рокскиз. У Джонни не ожидал никак увидеть перед собой негатива. И Дэн один. 1-4. Ну, конечно, да, легко забрал его Ксид, скорее всего. Ну, даже нет, не буду каких-то прогнозов делать. 9-8. Либо победа Майнд на второй карте, либо овертайм нас сейчас ожидает. Ну, тут все понятно. Роксам нужно брать раунд, чтобы как-то вытащить на овертайм и закончить все на метро. Но это непросто. Вот Майн точно так же вытащили, правда был счет 9-8 в пользу Unstopped, но они вытащили Минтаун, сделали 9-9 и выиграли овертайм. Теперь пока что они не могут. Роз, а нет, уже могут. 5-4. 4 фрага до победы, вот так можно даже сказать. 4 фрага, Годхант минус АПГ. 4-4, Роз минус Годхант, 3 фрага до победы. Джонни забрал Ксид, вдвоем остаются Рокскиз, 2 в 4, только мини-моби и Радагаст сейчас смогут сделать чудо и спасти команду и сделать овертайм. Мини-моби и Радагаст. Ну и без капитана играют Майнд этот раунд, ну как бы он с ними, он вентрило там в тимспике, но он пока что не поможет им в игре. В этом раунде его уже забрали. Интересненько, очень интересно, что сейчас будет. Джонни забирает Радагаска. Мини-моби один. 1-4. И все-таки у нас будет жесткий финал. Минус один.
Да, нащемили, нашили, выиграли карту Майнды. 10-8. Победа на метро, и нас ожидает третья решающая карта ВВГ. Вот так вот сыграют Майнд.